Трансферный рынок работает безостановочно и исключительно быстро. Игроки меняют клубы настолько часто, что не всегда легко вспомнить, где они выступали еще несколько лет назад. Этот квиз – проверка твоих знаний о переходах футболистов. Пиши в комментариях, сколько игроков ты угадал, и отвечай на секретный вопрос в конце ролика. На переходы бельгийца лондонцы и мадридцы суммарно потратили 135 миллионов. Спартак заработал на перепродаже Квинси 9,5 миллионов евро. В сумме же Промес принес своим клубам 47,2 миллиона. Английский дев за карьеру напереходил на 103,85 миллиона евро. Палермо взял Пауло за 11,9 миллионов евро, а через 3 года продал за 40. Кореец обошелся леверкузенцем в 10 миллионов, а шпорам достался за 30. Чемпион Англии сезона 19-20 пришел в Ливерпуль за 84,65 миллиона евро. Все трансферы чешского обладателя золотого мяча суммарно обошлись в 50,61 миллиона евро. Испанский плеймейкер сначала сменил Валенсию на Челси за 26,7 миллиона евро, а потом укатил в Манчестер за 44,73 миллиона. Месута чаще всех искали на Трансфермаркт в 2010-м, а Реал тогда заплатил за него всего 18 миллионов евро. Самый дорогой переход Зубастика из Интера в Реал в 2002-м – 45 миллионов евро.